цены на продукты в Узбекистане? Цены в супермаркете: помидоры 14 тысяч, огурцы 6500, морковь 4500, желтая морковь 4500, лук 4500, и картошка 5700, капуста 3000. Вот так выложена зелень, и вот смотрите, идет орошение водой автоматическое. Вот вся зелень, салат 3000, укроп, петрушка по 1500, редиска 5000, персики 37000, урюк 18000, черешня 39000, яйца лоток 1100. Говядина, вот в зависимости от части мяса, 95000, 67000, 85000. Курица, вот бедро 36500, голень 36500, крылышки 32500. Холостой хлеб стоит 2800.